Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить торт «Мороженое вишни в шоколаде». Торт очень вкусный, шоколадное мороженое гармонично сочетается с кислой вишней в шоколаде. Пошаговый видеорецепт можно посмотреть в моем видео ниже. Давайте приготовим. 100 граммов сливок жирностью 30-35% и 100 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Нагреем вместе в микроволновой печи или на водяной бане и размешаем до однородного состояния. Мягкий шоколад готов. 100-150 граммов вишни без косточек разрежем пополам. Если вишня крупная, то лучше разрезать ее на треть части. Вишню можно брать как свежую, так и замороженную. Каждый кусочек вишни обмакиваем со всех сторон в шоколаде и выкладываем на пергаментную бумагу. Если вы будете использовать замороженную вишню, то заранее ее размораживать не надо. Убираем вишню в холодильник, чтобы шоколад застыл. Оставшийся шоколад перекладываем в кондитерский пакет, этим шоколадом позже украсим верх торта. Для основы нам потребуется 300 граммов песочного шоколадного печенья. Печенье надо измельчить в крошку. Самый быстрый вариант – измельчить его в блендере. Если блендера нет, то можно сложить печенье в пакет и раскатать их скалкой. В измельченную крошку выливаем 90 граммов растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 1 ст, ложку сливок или молока, перемешиваем до однородного состояния. Далее смотрите на свое печенье, крошка должно хорошо прессоваться и легко рассыпаться обратно. Если крошка не держит форму, то можно добавить еще 1 ст, ложку сливок или молока. Отложим 2 ст, ложки крошки, этой крошкой мы в конце украсим верх торта. Торт я собираю в разъемной форме диаметром 19 сантиметров. Дно формы закрываю пергаментной бумагой, края формы закрываю тефлоновой лентой. Вместо ленты можно использовать ацетатную пленку или пергаментную бумагу. Перекладываем всю оставшуюся крошку в форму, разравниваем и формируем бортики. Я делаю бортики высотой примерно 4 сантиметра 5 миллиметров. Края прессуем ложкой, хорошо прижимаем бортики к форме. Дно утрамбуем стаканом, это будет наша основа. Убираем основу в холодильник и приготовим мороженое. Приготовим мороженое. В чистой, сухой, холодной чаше взобьем 400 граммов охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на минимальных оборотах миксера. Когда сливки начинают пениться, постепенно увеличивая обороты миксера до максимальных и взбиваем сливки до воздушного состояния. Взбиваем сливки до мягких пиков. Во взбитые сливки добавляем 200 граммов сгущенного молока. Перемешиваем на средних оборотах миксера до однородного состояния. Добавляем 40 граммов или 4 ст, ложки без верха просеянного какао. Аккуратно перемешиваем на средних оборотах миксера до однородного состояния. Шоколадное мороженое готово, соберем какао со стенок и промешаем по дну. Сформируем торт. Делим визуально мороженое на треть его части, выкладываем 13-ю часть мороженого на основу и равномерно разравниваем. На мороженое выкладываем вишню в шоколаде. На вишню выкладываем следующую 13-ю часть мороженого и равномерно разравниваем. Далее повторяем слои. На мороженое выкладываем вишню. На вишню оставшееся мороженое. На мороженое выкладываем вишню. Украшаем торт сверху, рисуем сеточку оставшимся шоколадом. Посыпаем ранее отложенной крошкой край торта и слегка придавливаем крошку к мороженому чайной ложкой. Убираем торт в морозильную камеру до полного застывания, примерно на 5-7 часов. Время замораживания зависит от мощности вашей морозильной камеры.
Чтобы торт было удобнее разрезать, его надо достать из морозильной камеры заранее, примерно за 10-20 минут до подачи на стол, в зависимости от того, какая у вас температура в помещении. Ингредиенты. Рассчитаны на торт мороженое диаметром 19 см, высотой 6 см, весом 1300 граммов. Основа. 300 грамм песочного шоколадного печенья. 90 грамм сливочного масла. 1-2 ст ложки сливок или молока. Мороженое. 400 грамм сливок жирностью 30-35%. 200 грамм сгущенного молока. 40 грамм, 4 ст, ложки без верха какао. Вишня и мягкий шоколад. 100-150 грамм вишни без косточек. 100 грамм шоколада с содержанием какао 50%. 100 грамм сливок жирностью 30-35%. Рекомендую также заглянуть на страничку с этими рецептами. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. Подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь с друзьями и не забывайте ставить лайки, это вдохновляет. Подписаться. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк.